Всем привет! Меня зовут Зина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с интернетом и его возможностями. Сегодня мы поговорим про интернет-карты. Если вы подумали, что пойдет речь об игральных картах, вы ошибаетесь. Здесь я расскажу об одном из самых востребованных бесплатных интернет-сервисов – географических картах. Например, вы отправляетесь в путешествие и не имеете ни малейшего представления о местности и городе, в котором вам предстоит побывать. Да что там путешествие? Порой не знаешь, как найти тот или иной объект в собственном городе, а карты, конечно, под рукой нет. В этом случае вы можете зайти в интернет, найти карту местности и ознакомиться с ней во всех подробностях. Ресурс карты имеется у многих популярных порталов. Например, компания Яндекс предлагает свой ресурс – Яндекс.Карты. На этом ресурсе вы найдете карты крупных городов Беларуси, России, Украины и Казахстана, а также схемы метро, информацию о наличии автомобильных пробок и прочие полезные сведения. Чтобы выбрать город, щелкните вверху интерфейса на ссылке, после чего откроется название страны, и щелкните мышью на название города. Кроме этого, найти город или другой объект можно через строку поиска. Для этого введите с клавиатуры требуемый запрос и нажмите кнопку. Просто и удобно. Как менять масштаб изображения на карте, я расскажу в следующий раз. А пока я прощаюсь с вами. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.